Новости региона в эфире. С вами Артемий Заварзин. Здравствуйте. И вот о чем я и мои коллеги расскажем сегодня. Изъяли и завели уголовное дело. Более 10 единиц оружия обнаружено у жителей областного центра. С ремонтом затянули, но поможет ли он? Комиссия депутатов Гордумы во второй поликлинике Архангельска. Аналогов в мире нет, и Северодвинск может стать первопроходцем. Местные медики тестировали детский экзоскелет. Светила российской науки собрались в Холмогорах, что обсудили молодые ученые Севера и академики РАН. 100 спортсменов со всего региона собрались в Устьянах. Там прошло первенство по мини-футболу. Итак, на жителя Архангельска заведено уголовное дело. У него изъята крупная партия оружия и боеприпасов. Операцию провели сотрудники уголовного розыска при участии регионального управления ФСБ России и Росгвардии. При обыске в квартире обнаружено более 10 единиц оружия и боеприпасы к нему. Установлено, что злоумышленник приобретал охлащенное оружие, которое впоследствии переделывал у себя дома в боевое. По оперативной информации, пригодные к стрельбе экземпляры мужчина намеревался продать. Также он занимался изготовлением патронов. При обыске по месту жительства фигуранта изъято 14 охлащенных пистолетов, из них 7 переделанные в огнестрельные, около 2000 гильз и патронов различного калибра, а также составные части гранаты, комплектующие детали и инструменты для изготовления оружия. Кроме того, обнаружены 4 пистолета-пулемета «Кедр», один из которых пригоден для стрельбы. Стоит заметить, что раньше житель Архангельска уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот оружия и наркотиков. Если вина злоумышленника будет доказана, ему грозит до 4 лет лишения свободы и крупный штраф. Очередная попытка передать в исправительную колонию запрещенные предметы. В этот раз мобильные телефоны были обнаружены в банках с медом. При проведении досмотра было обнаружено второе дно, в котором и находились спрятанные 3 средства мобильной связи. Это уже вторая попытка передачи в посылках в колонии особого режима предметов, запрещенных к использованию осужденными. А вообще с начала года сотрудниками дежурных служб исправительных учреждений изъято 465 сотовых телефонов, которые запрещены на режимных территориях. Сейчас все материалы направлены в правоохранительные органы. Отправитель посылки и сам осужденный будут привлечены к ответственности. У Архангельского психоневрологического диспансера второй день огромные очереди. С осенним обострением это никак не связано. В толпе сплошь автолюбители. Какая нужда заставила людей занимать очередь с 4 утра, выяснил Алексей Карельский. Кому копейка рубль бережет, а кому и стояние в очереди. Это выстрелы с радиоэкономии сразу нескольких тысяч. Сегодня совершенно случайно все узнали, что, оказывается, с завтрашнего дня в 10 раз повышается стоимость. Ни гречки и ни бутылки. Вереница обеспокоенных архангелогородцев жаждет поскорее попасть не в магазин, а в психоневрологический диспансер. Полной неожиданностью для большинства стала новость, что с 22 ноября меняются правила медицинского освидетельствования для получения водительских прав. Соответствующий приказ был издан, оказывается, еще в сентябре во имя безопасности дорожного движения. Многие люди, страдающие наркологическими расстройствами, находятся вне поля зрения врачей-наркологов. Этим приказом были добавлены 2 дополнительных лабораторных исследования. Это исследование на углеводефицитный трансферин, это маркер хронического злоупотребления алкоголем. И второй анализ – это исследование мочи на предмет содержания психоактивных веществ, то есть наркотиков. Проблема в том, что анализы эти весьма дорогостоящие, и водителям вместо сегодняшних 500 рублей впредь придется платить за освидетельствование почти 4500. Есть и еще один неприятный нюанс. За раз обойти врачей не получится. Анализы-то надо будет еще обработать. Занять это может до 5 дней. Нужно забрать кровь, провести исследования, получить их результаты и в дальнейшем уже предоставить их врачу-психиатру-наркологу. Вот и поспешил народ проходить все в эконом-режиме, пока не поздно. Мне подсказал друг, сказал он это позавчера ночью, сказал, что все, последние пару дней, вчера я был на работе, сегодня на работе специально отпросился. Говорят, с 4 утра здесь уже люди на улице стоят. Я пришел в 11, вот как здесь стояли, так и стоят. Третий день уже вот такая дичь происходит. Непонятно, почему Минздрав не освещал грядущие изменения заранее. Хотя врачи говорят, что в официальных источниках приказ публиковался. А как известно, незнание закона не освобождает от проблем. Впрочем, в министерстве, похоже, учли настроение граждан. Сегодня в федеральных СМИ появилась информация, что Минздрав России отложил вступление приказа в силу. На какой срок, пока не ясно. Алексей Карельский, Александр Кузнецов, Регион 29.
повысить качество жизни тех, кто не может ходить по разным причинам – травма или врожденное заболевание. Призван детский экзоскелет. Свою разработку московская компания представила медикам в Северодвинске. Аналогов в мире пока не существует. Николай Цып узнал подробности. Давайте вначале настрою, потому что я еще с ним не знаком. Я еще только вот его вижу буквально 10 минут. Реабилитолог из Архангельска Михаил Зуев, хоть и имеет опыт работы с механическим скелетом для взрослых, детскую версию еще не изучал. Это первый детский экзоскелет, причем отечественной разработки и изготовления. 80% деталей в этом чуде техники российские. Аналоги попроще, например, не умеют вот так ходить на месте. А это важное упражнение. С помощью робопомощника поставить на ноги можно кого угодно. Просто как будто я робот и просто ноги болят. У Игоря с ногами все в порядке. Он выступил в качестве пилота детского экзоскелета для демонстрации на областной конференции. В зал робочеловек зашел под аплодисменты тех, кто не успел достать смартфон. Управляется все с помощью программы на планшете. Меню похоже на приложение для спортсменов. Фиксируется время, сидя, стоя, количество шагов. Все данные хранятся в облачном сервисе. Так пилоты экзоскелетов могут соревноваться между собой и тем самым еще больше мотивировать себя к возвращению в общество из горизонтального положения на кровати. Подача на регистрационное удостоверение и сертификацию экзоатлета Бомбини, она планируется в следующем году. И, соответственно, мы планируем начать рутинное применение экзоатлет Бомбини в 2021 году. Экзоскелет для взрослых этого же разработчика тестируется в Архангельске уже 3,5 года. Реабилитацию прошли более 40 пациентов. Результаты, они просто вот поражают воображение. У молодого человека появляются движения в руках, то есть верхний плечевой пояс уже достаточно сильный. И когда просишь, мы с ним всегда, когда встречаемся, я говорю, давай руки. Да? То есть вот попытка сжать вот эти импульсы, которые идут в кисти, то есть стимул для него. Детский аналог необходим. Более 4000 детей в регионе имеют статус «ребенок-инвалид». Мы занимаемся реабилитацией детей с центральной нервной системой, мы занимаемся реабилитацией детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. И для нас, конечно, это будет большое подспорье для того, чтобы восстанавливать нарушенные функции. В стадии прототипа и мини-версия для детей от 2 лет и ростом от 70 сантиметров. Стоимость детского экзоскелета пока неизвестна, но не более 5 миллионов рублей, отметил разработчик. Николай Цып, Юлия Куницкас, Регион 29. Экономию и Реушеньгу свяжут аэросани. За один рейс можно перевезти 4 человека. Аэросани будут ходить до ледостава и открытия пешеходной переправы. Приняли решение, пока договорились об одном рейсе. Если поймем, что пассажиропоток достаточно больше будет, да, людей посещать туда-обратно и чаще, то тогда будем уже вести переговоры об увеличении рейсов там на несколько дней, либо на еще один день добавим. Перевозить людей по маршруту экономии Реушеньга на аэросанях планируется по пятницам в светлое время суток с 10 до 15 часов. Предварительно местные жители должны будут подать заявку либо к главе муниципального поселения, либо к главе Северного округа. И по спискам будем перевозить. И также при необходимости завезем продукты первой необходимости. Записаться на перевозку можно по телефону 24-60-05. Во второй архангельской поликлинике затянувшийся ремонт, делают его в детском отделении. Маленькие пациенты и родители терпят неудобства, а руководству учреждения пришлось сегодня терпеть большую ревизию. Алексей Карельский о результатах проверки. С июня прошлого года мы вплотную занимаемся ремонтом внутренних помещений, также поэтапно. Сначала один этаж, потом второй, потом следующий. Со стороны это может показаться приемкой работ. На самом деле депутаты Архангельской городской думы посетили детское отделение второй поликлиники, потому что получили жалобы от населения. Поводом как раз и послужил ремонт учреждения. Мол, шумно, пыльно, рабочие носят стройматериалы мимо пациентов. Впрочем, многие относятся к ситуации терпимо. Грязно было, да, дело пыльно, а что делать? Ремонт. Мы очень часто посещаем поликлинику, и вот с лета ведется ремонт, в принципе, нам это не мешает. Комиссия Гурдумы по вопросам социальной политики осмотрела обновленные помещения, пообщалась с медперсоналом, посетителями и подрядчиками. Велись разговоры с подрядчиком о том, чтобы основные работы, особенно которые мешают посетителям, проходили в вечернее и даже в ночное время. Но также мы видим, что, наверное, можно было предпринять какие-то еще шаги со стороны медицинского учреждения для того, чтобы минимизировать эти неудобства для посетителей. Или, может быть, больше разъяснительной работы, информация о том, до какого времени
времени эти работы будут проводиться. Руководство поликлиники, со своей стороны, уже поработало над разведением потоков пациентов, тем, чтобы особо шумные и грязные внутренние работы проводились в том числе в выходные дни. Обещают медики учесть и рекомендации народных избранников. Конечно же, мы постараемся минимизировать те неудобства, которые сейчас возникают для посетителей. Постараемся увеличить пропускную способность за счет каких-то других средств или мероприятий. То есть все будет сделано. Внутренние работы должны быть завершены к 28 ноября. Впрочем, председатель постоянной комиссии по вопросам социальной политики Александр Афанасьев считает, что с окончанием ремонта проблемы поликлиники никуда не денутся. Она морально действительно устарела, и как бы мы ее не ремонтировали, она уже не может обеспечить тот объем посещений, тот объем, так сказать, детских обращений, которые на сегодняшний день в городе существуют. Городу необходима новая поликлиника, новые площади, новые уже, которые соответствуют новым требованиям, строительным, медицинским всевозможным. Соответствующее обращение депутат собирается направить в профильное региональное министерство, а также федеральные структуры. Алексей Карельский, Ольга Красулина, Регион 29. Ломоносовские чтения проходят в регионе. Для Поморья они стали уже доброй традицией и состоялись в 50-й раз. На юбилейную дату на родине Михаила Ломоносова собрались ученые из областной столицы и академики из Москвы. Алексей Шемякин продолжит. Это не просто научные конференции, семинары и круглые столы. Ломоносовские чтения для селян – настоящий праздник. На родине великого ученого, холмогорах, академиков из столицы и ученых из Архангельска встречают песнями, танцами и, конечно, поморскими угощениями. События, связанные со знаменитым ученым, здесь чтят особо. В прошлом году в Холмогорах появилась аллея выдающимся землякам. По случаю 308-го дня рождения к портрету Ломоносова академики возлагают цветы. После – в Спасо-Преображенский храм. Традиционно в этот день здесь служат краткую панихиду – литию. Сам Господи, упокой душу усопшего раба твоего Михаила. Гостей со всей страны ломоносовские чтения в Холмогорском районе собирают уже 50 лет. В юбилейную дату в зале на пленарном заседании организатор и участники самых первых чтений. Я приехала на работу в Холмогорскую среднюю школу в 68 году. А в 69 году мне предложили выступить с докладом на первых ломоносовских чтениях. Это было почетное для меня предложение. От идеи Ломоносова к современным инновациям, новые технологии и материалы. Ломоносовские чтения – это всегда обсуждение самых современных тенденций развития науки, в частности, русского севера. И вот сейчас у нас проект, например, арктический, то, что связано, это у нас институт ведет работы по изучению стратегических месторождений металлов арктической зоны от Кольского до Чукотки. Это золото, платина, редкие земли, алмазы. Потенциал арктической зоны России, освоение нефтегазовых месторождений – все это может так и остаться на стадии обсуждения, говорят ученые, если к науке не подключить предпринимательство. Бизнес частный, бизнес государственный, научные знания вот на этой площадке должны слиться в такой вот единый конгломерат, который даст отдачу, конкретную практическую отдачу, послужит развитию нашей страны. В завершении ломоносовских чтений отметили одаренных учеников района. Школьникам вручили грамоты и премии. Алексей Шемякин, Анна Рязанова, Ольга Красулина, Регион 29. Сегодня рано утром выезд из Северодвинска перекрыли сотрудники ГИБДД. Такие меры потребовались из-за сильного пожара со взрывами. В 5 часов утра на прилегающей территории вспыхнул одноэтажный кирпичный склад. В нем находились баллон с газом, два автомобиля и прочая техника. Ограничить движение на Архангельском шоссе пришлось из-за неработающего пожарного гидранта возле склада. Ближайший доступ к воде был возле дороги. Вынести из помещения пожарные успели 3 баллона с газом. После этого стало слишком опасно. Остальные емкости взорвались, из-за чего обрушилось крыша. Пожару был присвоен второй ранг. Общая площадь возгорания составила 800 квадратных метров. На месте пожара работала следственно-оперативная группа, и причины возгорания на данный момент устанавливаются.
Наверняка версия поджога одна из основных, она подкрепляется и видео с камер наблюдения. До начала пожара несколько человек ходят вокруг склада, вдруг вспышка, и все разбегаются. К тому же летом этого года в здании была проведена проверка пожарной безопасности, нарушений выявлено не было. Исправная сигнализация, она сработала и в этот раз. Отметим, что в тушении приняли участие 33 человека и 10 единиц техники. Справиться с огнем пожарным Северодвинска и Архангельска удалось за 3,5 часа. Среди пострадавших мужчина, который пытался спасти технику, у него ожоги кистей рук. Архангельский политех сегодня принимал необычных гостей. И Академия колокольного звона – первая в Поморье и в стране. Обо всем этом через пару минут, а пока реклама. Декабрь уже на пороге, а значит, самое время готовиться к Новому году. Подарки для родных и близких вы найдете в Надомаркете. Здесь есть абсолютно все. Лесные красавицы разных размеров, новогодние сувениры, игрушки для ели, гирлянды, украшения для дома во всей цветовой палитре. Все это поможет внести праздничное настроение и новогодний уют в ваш дом. Посуда – актуальный подарок на любое торжество. Также представлена в магазине во всем многообразии. Оригинальные тарелки, кружки, конфетницы. Текстиль для дома высокого качества. Комплекты постельного белья, наволочки, простыни на резинке, пледы, кухонные полотенца. Самый большой выбор на любой кошелек только в Надомаркете. Тем более сейчас на многие товары действует скидка. Акция продлится до 1 декабря включительно. Спешите сэкономить. Времени до новогодних праздников осталось не так много. За выгодной покупкой приходите в Надомаркет, в торговый центр Гиппа на Нагорной 1. Мизин всего за 9 рублей. Только в новых добрых аптеках на Троицком 81, Гайдара 10 и Ломоносова 286. Белорусская мебель «Элефант» – современная мебель для любого интерьера. Доступная или роскошная, демократичная или классика из массива дуба. Доставка, сборка, скидки. Мебельный салон «Элефант». Меховая выставка «Зимняя сказка». Цельная норка 39 тысяч рублей. Скидки 50%. Архангельск с 12 по 24 ноября. ТЦ «Корона». Зимняя сказка вновь в Архангельске. Все меховое разнообразие из города Кирова на втором этаже торгового центра «Корона». Здесь вас ждет обновленный ассортимент, яркие модели и самые приятные цены. Приобрести теплую шубку из норки можно от 39 тысяч рублей, а из мутона – от 5 тысяч. Вот, например, такую меховую шубку поперечного кроя длина 90 можно приобрести всего лишь за 69 тысяч рублей. А вот такую полноценную шубку поперечного кроя длина 100 можно приобрести всего лишь за 75 тысяч рублей. На нашей выставке представлен как наличный, так и безналичный расчет. Есть кредит на выгодных условиях для покупателя, а также действует наша внутренняя рассрочка фирмы. А за наличный и безналичный расчет на нашей меховой выставке действуют скидки до 50%. Также на выставке «От зимней сказки» вы найдете куртки из эко-кожи от 2,5 тысяч рублей, шубы из рекса от 5 тысяч, а также головные уборы и меховые аксессуары по приятной цене. Приходите в торговый центр «Корона» до 24 ноября включительно и порадуйте себя пушистой обновкой. В Надомаркете! Сковорода летая от 899 рублей! Фестиваль вятского меха в Архангельске. 23 и 24 ноября во Дворце спорта профсоюзов вы найдете множество уютных шуб из норки, мутона, нутрии. На весь ассортимент производитель предоставляет скидку 50%. Кроме того, любое изделие можно приобрести в рассрочку сроком до 3 лет. Фестиваль вятского меха пробудет в Архангельске всего 2 дня. Вы найдете его во Дворце спорта профсоюзов 23 и 24 ноября с 10 до 19 часов. Продолжаем выпуск. Спасибо, что вы с нами. Сегодня День памяти Архангела Михаила. Для поморской столицы это особый праздник, ведь считается, что предводитель небесного воинства Михаил – покровитель Архангельска. И так случилось, что именно сегодня была освящена Академия колокольного звона. Первая не только в нашем городе, но и в стране. Профессионалы и любители звонарного искусства будут совершенствовать свое мастерство, чтобы храмы продолжали обретать голоса. У кольцевого тренажера, это имитация звонницы, свой ритмический рисунок создает Анатолий Шушуков. Игру на гитаре освоил давно, и однажды душа потребовала особых струн. Так специалист по недвижимости стал начинающим звонарем. Очень красивый, не побоюсь этого слова, музыкальный инструмент. Ну, однажды попробовал во время Пасхи позвонить на колокольню. Мне это очень понравилось. Ну и с тех пор понимаю, что это мое и движение в эту сторону.
В стороне от искусства, однажды, услышав колокольный перезвон, не смогла остаться и Людмила Кичигина. И даже имея большой опыт, встает за веревочный тренажер. Очень полезная вот эта практика на таких вот веревочках, потому что отрабатываешь навык, общий навык, и не мешаешь окружающим. То есть тут могут и два ученика заниматься, и окружающим неправильным звоном не мешаешь. Но неправильный звон здесь вряд ли услышишь. Создатель академии – именитый Владимир Петровский. Внуку Тихону он передает мастерство и рассказывает, подобных храмов искусства в России еще не было, и двери здесь открыты для всех. Здесь будут курсы по желанию каждого. Кто-то есть ознакомительный курс, просто посмотреть, послушать лекции. Пожалуйста, это все это можно здесь по истории колоколов, истории современности. Здесь можно пройти курс обучения церковному звону, где как звонить, в какие периоды времени. Здесь тоже преподается для детей, для взрослых. Академия расположилась в небольших помещениях подворья Соловецкого монастыря и сегодня получила благословение на непростой и важный труд. Это и искусство, и традиция древнейшая, и религиозный такой духовный аспект. Потому что звоны, конечно, они не просто музыка, они призваны побуждать человека вот к такому высочайшему деланию, к памяти о Боге. В стенах Академии нашлось место для музея. Здесь и колокола, чья история насчитывает 2 столетия, и новоделы, которые вместе с нашими мастерами вскоре отправятся на православный фестиваль в Иваново, чтобы северный благовест услышала вся страна. Артемий Заварзин, Ольга Красулина, Регион 29. В Северодвинске первый случай, когда в многоэтажном доме сделали отдельный вход для жителя города Корабелов с ограниченными возможностями здоровья. Инициатором этого стал сам северодвинец, передвигающийся на инвалидной коляске. Остальные собственники жилья согласились на изменение фасада. Комиссия осмотрели результат работы подрядчика и убедились в надежности, безопасности конструкции. Люди с ограниченными возможностями здоровья такие же люди, как и все, да, и они, конечно, они должны жить в таких же, в общем-то, условиях, как и все, гулять так же, как и все, ходить в магазины. Поэтому, конечно, наша задача, прежде всего, это сделать все для этого. В рамках программы нашей муниципальной мы предусмотрели соответствующие возможности для того, чтобы вот, значит, такие объекты у нас, в общем-то, в городе появлялись. Все расходы по оборудованию отдельного входа оплатил сам северодвинец, но муниципальный бюджет после завершения работ полностью компенсирует все финансовые затраты. 22 ноября завершается прием заявок на региональный чемпионат WorldSkills. Он пройдет в Поморье в 4-й раз. Молодые профессионалы уже начали подготовку к соревнованиям. В Архангельском политехническом техникуме более 50 студентов прошли 2-дневный мастер-класс. Представители компании-производителя из Тольятти продемонстрировали ребятам новинки из серии лакокрасочных материалов. Ну, город Архангельск вообще интересен в плане того, что здесь идет постоянно какое-то развитие, достаточно много учебных заведений, именно нашего профиля. То есть мы являемся золотым спонсором такого движения, как WorldSkills 22 компетенции. Как раз вот ребята, которые присутствуют, сейчас проводят мастер-класс для них. Это наше будущее, это маляры-декораторы. А вот это сетевое взаимодействие, когда работодатель, образовательное учреждение и будущий выпускник в связке работают, они видят своих будущих потенциальных работников, значит, присматриваются к ним. В то же время у обучающихся есть возможность посмотреть, что интересного может им предложить работодатель. И, возможно, компания из Тольятти станет работодателем для кого-то из участников мастер-класса. Но для начала, конечно, нужно закончить наш политех. И о спортивных баталиях. Первенство области по мини-футболу прошло в Устьянах. 4 дня там соревновались почти 1000 спортсменов из всех городов и районов региона. Имена победителей назовет Владлена Романова. 15 мальчишеских дружин собрал чемпионат по мини-футболу, и у каждой стремление победить. Судьи и тренеры утверждают, на поле не было ни одной плохой игры. Каждая достойна внимания и похвалы. У самих игроков мнения разделились. Все были команды такие сложные, но Каргополь очень была сложная. Игры были хорошие, сложные. Сложнее всех была НТК. Самой напряженной и даже отчаянной получилась игра между архангелогородцами и северодвинцами. Они боролись за 2-е и 3-е места. Счет открыли игроки строителя из города Корабелов. Однако архангельские стрижи уступать не желали и в итоге победили. Чуть-чуть где-то не хватило нам везения, просто везения.
А так у меня молодцы мои парни. Первыми стали футболисты из Котласа. Впрочем, в этом никто и не сомневался. Они с самого начала соревнований захватили лидерство. Так его и пронесли на протяжении всего чемпионата, выиграв практически все матчи. Победили, потому что мы очень сильно готовились к этому турниру. Все команды трудились и дошли до победы. Четвертое и пятое место, соответственно, заняли футболисты из Каргополя и хозяева чемпионата, воспитанники спортшколы из Устьян. По итогам соревнований будет сформирована сборная Архангельской области, которая представит наш регион на чемпионате по мини-футболу Северо-Западного федерального округа. Владлена Романова, Алексей Шемякин, Ирина Марчик, Регион 29. Такие новости, материалы выпуска в нашей группе ВКонтакте, адрес на экране. Всего доброго, увидимся завтра.